страсти по языку. Есть такой старый анекдот: какими языками должен владеть партийный работник? Русским со словарем, матерным и административным. Последние два — это, по сути, один и тот же, судя по нашим партийным деятелям и их прихлебателям. Президента для всех не случится, не нужно обольщаться. Впереди период разочарования для очарованных Майи Санду, вещает нам одна из верховных жриц Дода Холдинга. Простите, может, мы и не заметили чего, но то, что было до сих пор, было президентом для всех, хотя и обещала, да и вы все, верой и правдой, ох, аж поперхнулся, служили беззаветно превращению почти всего русскоязычного сегмента СМИ в сплошную помойку с единственной и благородной целью сплотить общество. Почитайте эти свои заголовки из «Сумасшедшего дома». Вы действительно считали всех русскоязычных тупым быдлом, которому перед очередными выборами можно скормить что-то типа «Майя Санду запретит русский язык» и «дело в шляпе»? Как бы это поделикатней выразиться? Результат жизнедеятельности Голубка увидели все. Вас бы уволить всех к чертовой матери, чтобы не отравляли атмосферу. Так нет же, и вы, и ваш, пока еще босс, будете раздувать щечки, трясти кулачком, скажите ему кто-нибудь, что это вовсе не бокс, и гадить. На выборах все это дерьмо тоннами не сработало, результат разгромный. Граждане не быдло, вроде бы все очевидно, но вы ничему не учитесь. Вы по-прежнему как дворняжка, которая метит территорию. Так проще. Зачем о высоких материях? Да и мозги вовсе не нужны. Выйдем опять и грохнем особый статус русского языка. Ребята, во-первых, вы уже опоздали. Все 30 лет это заявляли аккурат перед выборами, а не после. Я даже не собираюсь вас спрашивать, а что же это такое особый статус? И почему именно для русского, а не украинского, например? Их же элементарно больше. Нет, про наследие имперское не надо, я сам оттуда. Я даже не буду вас спрашивать, а читали вы какие-то европейские документы по данной теме? Я даже не буду вас спрашивать, а почему в вашу тупую головушку ни разу не пришла мысль, что языком межнационального общения не может быть язык меньшинства, а государственный и есть таковой. Думаю, не поместится туда. Хоть кто-то из вас может внятно объяснить, а что именно угрожает русскому языку в Молдове? Вы на каком общаетесь и часто ли испытываете трудности? Нет, если хотите во власть и вообще в госсектор, то будьте любезны, учите государственный. А иначе это дискриминация, только наоборот. Но и это к вам не поместится. Ох и тяжела же доля пропагандона. Зато высоко рентабельно. Вы же сами это выбрали. Вам ведь револьвер никто не приставлял к виску. Ну и служите дальше этому ничтожеству. Многие из вас просто перетекли от предыдущего и перетекут к следующему. Вот только не претендуйте на идейность. Вы же ее поменяете через несколько месяцев, когда вашего босса сольют окончательно. Что там еще в вашей дурной головушке? Ах да, отменить запрет на трансляцию российских ТВ. Так я вас поддержу. Транслировать надо все ТВ, и российские, и румынские, и украинские, и даже бразильские. Вот только в чистом виде, без паразитов типа Плохотнюка и Додона, сидящих на рекламе этих каналов. Это же так просто. Конкурируйте реально с местными каналами и поменяйте, наконец, эту плохо-додоновскую контору, измеряющие рейтинги. Тогда и увидим, кто выживет, а кто нет. А так каждый проходимец набирает себе
ТВ-каналов побольше и финансирует их из богам. И показывает там все, что хочет. И нашествие сирийцев, и запрет русского языка, и прочую дурь. А вы все это смотрите.